Здравствуйте, товарищи инженеры, меня зовут Федор, вы на канале Фидисплей. Это игра Факторио с модами от Боба и Ангела. Мы продолжаем строить нашу фабрику. У нас примерно вот такая вот структура уже у нашей фабрики. Так, давайте-ка я эту метку отсюда удалю. Я напомню, для тех, кто, может быть, впервые тут находится, я в сборку играю со строительными модулями. Со строительными блоками, точнее. Конструкционный модуль, блок электроники, жидкостный модуль. И так далее. То есть это у нас усложняет немножко цепочки крафтов всех, причем так существенно, и усложняет нашу логистику. Вот сейчас я нахожусь на такой стадии, что я уже могу автоматизировать производство внезапно целых манипуляторов, поэтому давайте-ка этим и займемся. Поставлю вот сюда сборочный автомат. Здесь нужно подать пар. Я буду делать пока что манипуляторы в одном исключительно сборочном автомате. Мне тут особо много пока что и смысла нету, да и автоматизируется это все достаточно сложно. Слишком большие цепочки получатся. Здесь серые печатные платы, механические части и сервомоторчики. Все это подвести сюда проблем вроде как никаких не составляет. За исключением того, что у меня, во-первых, механических частей тут особо нет. Вот, ну и нужно сделать разводку. Серые платы печатные у меня справа в наличии, поэтому их можно смело уже... Так, у нас, знаете что? Что-то конвейеры кончились. Я, опять же, всякие вот эти вот сплиттеры... Так, стопы. У меня кончились вездесущие механические части. Давайте их заберем. Прям 400. Я все вот эти детали мелкие, разделители, подземные конвейеры, я их пока что делаю вручную, потому что это тупо проще, нежели я буду выстраивать здесь какие-то цепочки огромные по их производству. Пока нет дронов, тут можно просто запутаться будет в своей же логистике. Так, еще момент, мне нужно забрать конвейеры, они потому что расходуются прям очень-очень крепко. Вот, забираем отсюда. Далее, мне нужно... Опять же, подать механические части. Здесь их производится 2 в секунду. Этого явно совершенно недостаточно на одну ленту. Вообще нужно посмотреть, на что они у меня используются. Бочонок, кыш. На что они у меня используются. Причем массово так. Использование на разделитель, на конвейер. Так, механический блок. Ну, это понятно. Дальше топливный сборочный автомат, манипулятор, бур, турель, насос, радар. Они, я вот так смотрю, в основном используются на всякие начальные станки, производственный модуль. Это у меня вроде как делается. Механический блок 2 у меня пока что не делается. Да и опять же, он требует строительной компоненты 3, это далеко. Производственный модуль в промышленности. Это все можно будет ниже поставить. То есть мне в любом случае нужно будет делать цех по производству вот этих вот механических частей. Он у меня был здесь запроектирован. Ну, как запроектирован? Просто выведен хелмод, посчитан. Чтобы делать полный массив, мне потребуется полторы линии моих. У меня линия, напомню, составляет 15 сборочных автоматов в длину. Ну, вот этих на пару, которые работают. Соответственно, полторы линии мне позволят на выходе получать полную ленту механических частей. При этом мне потребуется на половине линии производить из железных прутьев шестерни и еще на четверти линии производить из пластин, из полной ленты пластин производить пруты. То есть я вот эти две линии могу объединить, да, и следующие полторы линии у меня уже будут производиться. Итого на это все мне потребуется сколько? Так, 8, да здесь 4, 12. Мне потребуется 3 вот таких вот линии. То есть я вот эти 3 линии, например, вот эти 3 занимаю, и отсюда я получаю одну ленту с механическими частями. То есть это, конечно, собрать не проблема будет, но это чуть позже. Пока что, как я уже сказал, давайте я сделаю хотя бы вот такое вот. И производить он это все будет, естественно, в ящик. Забираем сюда. Манипулятор сам по себе нигде не используется, можно в офней смотреть. Вот, манипулятор. Ну, точнее, он используется на быстрых манипуляторах и на флиртующих. Но это все можно делать где-то в соседних сборочных автоматах. Причем
поднося пока что, пока я не могу нормально все это делать, вот эти всякие слитки, вот это прочее просто в ящики. Потому что крутить тут макароны, вертеть, вообще совершенно не хочется. Это будет очень-очень геморройно в плане логистики. Давайте сделаем как-то так. Здесь можно ограничить пока что двумя стаками. Если вдруг будет мало, я сделаю больше. Ну, а сами детали вот эти, они у меня идут по ленте вот в этом месте. И я, честно говоря, не знаю, имеет ли смысл тянуть ленту поперек. Наверное, да, чтобы у нас все структурировано было. Поэтому сделаем вот так. Здесь. Сюда. Хотя здесь, на самом деле, по моим соглашениям, собственно, которые я сам для себя принял, лента должна... горизонтальная должна просто идти, а вертикальная должны подземными пересекать. Тут не совсем удобно получается. Нужно сделать, наверное, вот так вот. Это убираем. Проблема в том, что мне здесь разделителем неудобно. Это все сортировать будет. Далее. Здесь идет камень. Мне камень тут абсолютно не нужен. Я поэтому применяю старый наш добрый способ сортировки через подземный манипулятор, точнее через его часть. А это все дальше пойдет туда. По ленте. Там где-то нужно будет. Теперь. Схемы вот эти. Здесь, в принципе, можно сделать... что-то типа такого было бы, но учитывая то, что здесь и так их два идет, я ее просто ниже опущу, а тут применим даже можно вот так еще ниже опустить, здесь сделаем что-то типа такого, и в итоге на выходе, ну вы поняли, да, уже на выходе мы получаем вот такую картину, и соответственно у нас серые платы и механические части по одному конвейеру прямо сюда подаются. Я, соответственно, манипулятор гну. И сейчас нужно мне будет протянуть сюда линию, по которой у меня идут серомоторчики. Тут по методу Сергея Семеновича убираем мусор на полу. У меня стоит мод Clean Floors, по-моему, называется, да. Который за счет плитки убирает всякий мусор на земле. Так, здесь у нас какой-то камень скопился. Камень тоже нужно убрать. Так. Где у нас идут... Вот здесь вот. Да, у нас серомоторы. Поехали вверх. Ну, мне это особо тут не мешает, вот эти блоки. Возможно, партия перфекционистов будет недовольна, то, что я их тут все не убираю. Но я сейчас на это времени тратить не хочу. Это можно легко делать дронами. Поставил плитку, убрал плитку. Освоение бюджета. Но у меня пока что дронов нету. Дроны, кстати, достаточно скоро должны появиться. Так, и здесь можно сделать как-то так. Блин, тут. Вот эту тогда придется здесь тянуть. Но тут ничего страшного в этом нет. Что моя задача просто сюда подать ресурс, чтобы у меня манипуляторы производились. Все, отлично. Как жаль, что у меня наконец-то сейчас будут манипуляторы автоматизированы. Это просто вообще невероятно вообще. Следующий момент. Мне в целом для производства дальнейшего нужны серые, нужны красные банки вот эти. Красные научные анализаторы. Здесь я, миксуя серый научный анализатор и красный научный анализатор, делаю улучшение технологий, и дальше я могу изучить все вот эти вот, опять же, используя серые и красные банки. То есть все вот эти техи у меня откроются путем использования серых и красных банок. Серую банку, если посмотреть, мы можем делать просто железная плита, серая печатная плата, анализ данных. Анализ данных, он у нас используется... Давайте сюда зайдем. Ой, ой-ой-ой, не то нажал. Используется в красных научных анализаторах и в серых научных анализаторах. Соответственно, он идет на серые, на красные банки. Серые банки, как я уже сказал, железная пластина, серая печатная плата, а красные банки требуют красную схему внезапно. Ну и все остальное, которое было до этого. То есть мне нужно как минимум сейчас собрать схему, которая будет клепать красные схемы, вот эти обычные. Где она там будет располагаться ниже, это не важно, но она должна быть слева и должна выводиться вот сюда, вот на эту общую нашу шину,
которая продукты переработки идет. То есть она должна идти рядом с серыми схемами. Вот здесь. Вот по этой ленте должны у нас красные схемы идти. Чтобы у нас все здесь в структуру входило, я пока вот до сюда ее протяну. Можно, в принципе, сходить еще, наверное, взять. Так, еще берем ленты. Тут что-то у меня подзабилось, конечно, все. Так, фиолетовый шар. Лиловый шар. Откуда ты тут взялся? Тебя убираем. Уголь. Не знаю, нужен мне или нет. И еще такой момент. Вопрос, где мне конкретно делать вот эту всю науку. Я думаю, что анализ данных, да и в целом вся наука должна производиться вот в этой половине. То есть это у нас не суп какие-то продукты, это в целом готовая продукция, а лаборатории можно здесь справа поставить, там, где должен быть массив, или вписать их прямо вот, вот в эти же, вот в эти в горизонтальные линии. Но так как мне для анализа данных, я просто сейчас рассуждаю, чтобы всем понятно было, что вообще происходит. Но так как у нас анализ данных требует медь и железо, соответственно, мне нужна микрошина на медь и железо. Она прям хорошо у нас пойдет горизонтально вот так. То есть у нас одна шина вниз идет, вторая идет поперек. И, соответственно, я железо могу направить вот здесь, где камень идет, и медь тоже направить точно там же. Поэтому сделаем для начала следующее. Я, во-первых, изгибну вот эту линию и переведу ее чуть-чуть повыше, чтобы она мне не мешала. Так, столбы, которые не столбы, а опоры нужно убрать. Тебя сюда. Уголь. Перемещаем. И одна линия с железом, она вот так пойдет у нас. То есть здесь мы чуть-чуть место переиграли, освободили. Железо я соберу. Ну, лишним не будет. Это один момент. Дальше. Часть железа отсюда можно пустить направо. Так, у нас что-то тут закончилось. Топливо. 27 можно закинуть, 13 закинем. Кстати, нужно сходить наверх на медь, раз уж я пошел. Меди тоже не полная линия идет. Там, возможно, тоже какой-то завод отключился. Я сейчас их заполню полностью углем. Да, и еще, вот здесь тоже мне нужно сделать. То есть сейчас нужно очень много оптимизации провести, очень много работы подготовительной, перед тем, как я начну производить те же самые красные схемы. Так, здесь у меня не было манипулятора одного. Тут вроде все ок у нас. Здесь можно вот эти вот изгибнуть вниз, эти изгибнуть вверх. И здесь сделать то же самое вниз и вверх. Соответственно, делаем вот так вот. И тут мы за счет вот этих вот мелких огрызков обеспечим полную компрессию на концах лент. Если, опять же, здесь хватает материала. Если немножко не получается, то это можно сделать, ну, скажем, здесь. Но тут уже и так материала никакого нет в них. Вопрос, почему не хватает, но это я уж не знаю, что-то не хватает. Возможно, линия забита. Хотя здесь, например, полностью вся лента идет. Тут можно было бы даже немножко оптимизации сделать. Оптимизации схемы. Я смотрю, есть некоторые проблемы. Вот тут не обязательно объединять. Эту можно направить сюда, через подземный, и выехать вот сюда. Мы таким образом увеличим плотность потока, и, возможно, будет хватать. Но я сомневаюсь, что это поможет. Хотя черт его знает, может быть, поможет. Сейчас параллельными двумя лентами это пойдет. Может быть, получше будет. Измельченный сюда можно отправить. Такие мелкие доработки все равно приходится делать, так или иначе, потому что все на этапе проектирования не учесть, к сожалению. И по бурам здесь вроде все около дела. Давайте-ка я еще немножко буров закажу. 5, 10, чтобы 30 штук было. Потому что мне все равно сейчас придется устанавливать производство, которое будет делать олово-свинец. По загрязнению вроде все окей. Атак у меня до сих пор никаких не было. Жуки здесь, возможно, в замороженном состоянии находятся. Хотя у меня эволюция 47%, скоро уже 50 будет. 50 будет, там же будет очень весело, если на меня третий тир пойдет. Хотя я не помню, честно говоря, когда третий тир начинает в атаку идти. Без понятия. Раньше знал, потом забыл. Не знать да забыть, как тут вспомнишь. Действительно, никак. Наверняка сейчас кто-то в комментариях напишет: поставь ты уже автофил там, или там, не знаю, Even Distribution новый. Не хочу ставить лениво. Ну,
Я мод, который там у нас убирает камни вот эти с дорог. И вот я хрен знает сколько времени ставил. 5. Лень, если смогу свою побороть, тогда поставлю. Вот можно вот так вот договориться. А пока я лень свою не поборол, к сожалению, ничем помочь не могу. Увы, ах. Так, тут сделаем что-то типа того. Что в карман не попадало просто. Все, здесь приоритет входа указывать не обязательно, в принципе. Но столбы расставить нужно. Еще, кстати, да, я ведь могу автоматизировать производство столбов, чтобы мне в руках их постоянно не делать. Ну, либо собирать. Хотя в руках они быстро делаются, если есть жгуты. Или что там? Медный... Да, жгут... Блин, почему жгуты? Ладно, хрен с ним, не будем обращать внимания на перевод. Вообще, судя по тому, что там нарисовано, это какой-то составной кабель. Просто как его еще можно было обозвать, я фиг его знает. Действительно, кроме как жгут, не было никакого слова другого. Ой, ладно. Так, второй момент, это у нас вот этот кусок. Его нужно доделать. 7. Здесь можно просто тупо фигануть. 5, 6, 7, 8. Целую линию. И мы уже должны получить полную компрессию. Так, тебя, тебя, тебя и здесь. Не совсем, конечно, комфортно, даже без наноботов и без чего-то. Но вот серьезно, мне не хочется в этом сезоне прям каким-то колхозом рашить вот это все. На мелких каких-то постройках делать все, потом переделывать 20 раз. Пускай лучше массивы нормальные стоят сразу же. А я тут немножко и руками могу пораставлять. Ничего страшного в этом не будет, что я руками ставлю. Так, здесь походу, да, отрубилось у нас и электричество. Давайте врубим обратно. Ну и раз уж я сюда пришел, возможно, имеет смысл сделать... Так, тебе сюда. Возможно, имеет смысл сделать еще один такой же массив. Благо, у меня материалы есть для всего для этого дела. Тут можно сразу балансировку фигануть. Сюда. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. А, всего лишь 11. То есть их тут по-любому хватает. Ну и подземные. Подземные у нас идут сюда. Не, я понимаю, что это топ-контент, но без этого никуда. Просто если уж вы до сих пор все это смотрите, значит, вас это устраивает. Все, кто не смог вот в это все, они на уровне зачистки примерно отвалились. То есть это был хороший способ посмотреть, кому интересна сборка в целом, в любых ее проявлениях, кому нет. Я абсолютно не осуждаю людей, которые как бы не хотят смотреть вот эту рутину, но я был предельно честен со всеми, когда написал то, что сезон будет не монтажный и будет показываться как есть. Так, теперь медяху. Медяху нужно будет тоже подать, но медяху, я думаю, под камнем вот здесь можно повернуть, направить, а железо все-таки немножко выше. Просто сам по себе камень тут не очень, очень как-то идет. Хотя можно сделать, наверное, следующее. Можно сделать вот так вот, чтобы правое, чтобы левое переместить и направить камень вот здесь. Сюда. Дальше. Вот так вот. Ну и этот можно пособирать, чтобы он мне просто не мешал, потому что здесь у меня как раз таки медь пойдет, а на последних двух пойдет уже железо. Чтобы никакого перемешивания, ничего не было. Все, вроде все ок.
Так, и медяху пока что опять же временно я пускаю с одного конвейера. Чуть позже. Блин, жеванный крот. Неудобно. Неудобно получается. Выше мне тоже, да, ее не поставить? Вон, тут придется гнуть пока что. Других вариантов у меня, к сожалению, пока нет. До желтых конвейеров еще пилить и пилить. Меди пока что тоже особо не хватает. Чуть позже можно как-то это будет переиграть здесь и пустить ленту немножко в стороне. Вас можно направить куда-нибудь в печку излишек, в топку. 200-200 оставляем. Хорошо. Медь направили. Ну и осталось направить железо. Я пока не буду еще один цех ставить. Как бы он нужен, но прямо сейчас вот в нем смысла особого нет. Ну и здесь мы видим, что у нас образуется уже такая шина на 4 ленты. Ну а 4-я лента, которая здесь пока пустая, я ее точно так же пока что направлять здесь не буду. Мне здесь нужно сейчас просто обозначить то, что у меня ресурс сам по себе идет направо. Далее, при необходимости, я уже могу здесь вычистить и направить его вот сюда. Потому что он мне нужен будет вот на этой, на самой правой шине, которая мне здесь пойдет. Он нужен будет вот там. Хорошо. С этим разобрались. Следующий момент, который мне нужен. Так, во-первых, у меня дофига угля, который надо куда-то одевать. Одевать его можно просто в бойлеры. О! Наконец-то у меня есть манипулятор. Ура! Ура, они наконец-то делаются автоматически. Так, тебя сюда. И давайте излишек я лучше скину. Блин, нужно было их в верхние дробилки накинуть. Я что-то там прослакал, протупил и не накинул нифига. Ну ладно, там еще достаточно долго они будут работать. Кто там говорил то, что нужно в дробилке электричество, точнее электричество, а ленту подводить? Нафига она нужна? Раз в 100 лет закидываешь по полному стаку, и все окей. Тут, кстати, сейчас копоть пойдет прям вообще такая жесткая. Что вот эти ребята наверняка уже стоят и нифига не чистят загрязнение. Соответственно, пока я не начну активно делать красные платы, загрязнение у меня уходить не будет. Потому что фермы водорослей просто тупо стоят. Теперь давайте... Давайте сейчас все-таки сделаем, наверное, красные схемки. По крайней мере, начнем их делать. Не знаю, успею сделать их или нет. Для красных... Для красных схем. Хотя нет, я их сделать не успею, это факт. Это факт. Просто по той простой причине, что у меня нет припоя. Ну и резисторы еще нужно вводить в строй. Полный массив будет делаться 7,5. Надо сейчас посмотреть, сколько нужно вообще в целом ресурсов. Опять же, 15 сборочных автоматов, которые у меня прям хорошо сюда влезают, в этот ряд. Не спрашивайте, почему я выбрал расстояние именно в 2 чанка. Это все совершенно случайно было сделано по наитию. Плюс смотрел в планировщик. Тут, как правило, определенные цифры, они со временем, с опытом игры начинают запоминаться. Ну, точнее, порядок производства. И вот я вижу, что тут 15 на 7,5. Ну, соответственно, оно примерно везде. У меня такая логика была. Раз здесь вот так вот. И я вот это пронаблюдал, 15 на 7,5, во многих производственных цепочках. Ну и пришел примерно к такому выводу, посчитал. И вот 2 чанка оказалось прям совсем хорошо. Так, здесь, опять же, 15, которые... Ну, вот тут уже не хватает. То есть вот эта схема, скорее всего, мне сейчас будет избыточна. И, соответственно, ориентироваться на 7,5, это было бы не очень корректно, потому что, во-первых, дофига места. Во-вторых, ну вот с медными кабелями здесь вообще ничего не получится. Ну, хотя нет, тут можно 12. Опять же, разделить на блоки, на 3 блока по 4 сборочных автомата. И направлять, вот как до этого мы делали. То есть, возможно, здесь тоже можно будет как-то разойтись. Но тут нужно очень много меди. У меня просто столько меди нет. Поэтому смысл делать 15, смысла, наверное, все-таки нет. И здесь можно ориентироваться не на 7,5, а, скажем, на 3.75. То есть это ровно половина будет от того, что здесь есть. А вот с половиной уже работать проще будет. 3.75. Да, там красные схемы мне где-то будут нужны. Хотя, может быть,
Может быть, и на это рассчитывать, просто в случае чего проапгрейдить линии. Нет, давайте не будем отступать от фулл-белтов, все-таки на это вот ориентироваться. Дальше, здесь потребуется 7,5, ну и бумаги, опять же, полная лента. У меня сейчас полной ленты бумаги нет, потому что там серая схема делается. Но самих сборочников тут, конечно, нужен до хера, если так откровенно говорить. То есть в итоге у меня получается полуцех на бумагу, дальше 12 сборочников, которые подают на 15 сборочников. Вот эти 12 делают медные кабеля, они подают... Так, здесь у нас 22,5, это как раз-таки 3 фулл-белта получается. То есть 3 группы по 4 сборочника. Ну да, здесь тогда все хорошо, у нас такая схема уже есть, ее можно просто закопипасть. То есть вот эти 12 подают на 15 медные кабеля, и к ним же подается бумага. Бумагу вот этот в таком случае можно поставить посередине. С одной стороны вот эту линию, с другой стороны вот эту линию. И я с двух сторон на них, просто минуя шину, буду сразу подавать ресурсы. Вот эти красные доски, которые больше нигде не используются, насколько я помню, с одной стороны поперек пойдут, и медные кабели с другой стороны тоже поперек. И на выходе я буду получать красную печатную плату. А красную печатную плату я уже через конвейер могу, в принципе, 7,5 вывести и подвести туда, где у меня будет производиться красная схема. Тогда давайте сразу, наверное, отметим, где какие цеха будут стоять, чтобы мне совсем с этим не заблудиться. Может быть, сейчас чуть-чуть переиграем. Допустим, здесь я буду делать красную доску. Дальше. Здесь мы делаем красную печатную плату. Здесь мы делаем... Так, где вы у нас находитесь? Блин, в литье. Здесь мы делаем медные кабеля, потому что они у нас... нужны вот для этого. Так. Ну и итого. Сюда заезжает бумага, сюда заезжает медь. Получаем вот эту. Это переходит каким-то вот таким вот образом в цех, который чуть ниже стоит. Либо стоит чуть выше. А цеха чуть выше у нас производит припой и резистор. Резистор сам по себе требует... Опять же, требует бумагу и медный кабель. Это здесь, конечно... Да, бумагу мы подадим, а медный кабель в 3,75. То есть резисторы делаются в одной линии прямо и используют 8 плюс 4, 12 сборочных автоматов. Они делаются в одной линии. Соответственно, резистор можем обозначить где-то, допустим... Так, чтобы далеко не гонять, давайте резистор здесь обозначим. Резистор. Вот. Тут еще... огрызок утеса идет, так что тут нормально должно быть. Здесь у нас будет производиться уже готовая красная схема. Дальше. Мне нужен еще припой. Припой, он делается непосредственно в печках. 15 печей нужно. То есть ему потребуется уголь сам по себе, да, и паяльная смесь на 15 печек. Это я могу подать. Я не знаю, сколько печки будут места занимать, но уголь у меня на шине есть слева, а сама паяльная смесь делается в 15 автоматах. Соответственно, мне еще нужно две линии, и вопрос, сколько места займут 15 каменных печей. Возможно, их можно будет утеснить вот сюда, но я думаю, что это не очень хорошая идея. И все-таки, что 12, там еще на 3 завода останется. Не, они не влезут. Соответственно, печки, которые будут делать припой, они будут стоять у нас вот здесь. Здесь у нас делается... Так, где-то есть. Припой, соберись. Я тебя вижу. Ни хрена не вижу. Придется поиском пользоваться. Прип. Оно внезапно в литье. Здесь припой. Ну и у нас остается... паяльная смесь, она находится в 15 сборочников, она идет вот тут. Вот эта вся хрень только для того, чтобы делать красные схемы. Паяль в металлургии найдет. Паяльная смесь. Вот, вот эта фигня. И еще нужно не забывать, что здесь три линии пойдут под производство механических шестеренок, вот этих, как они там называются, механические части. И все, и у нас вся левая сторона уже автоматически забита становится. А теперь представьте, если бы я зачистку не сделал.
Здесь где-то гнезда бы уже были, и они бы начали уже на меня как-то нападать. Я бы на них отвлекался, отвлекался, отвлекался. Даже если поставить радиус в 200%, ну там, может быть, попроще, конечно, было, не нужно было бы зачистку делать, но в целом все то же самое. Точно так же пришлось бы делать периметр, просто, может быть, чуть-чуть меньше времени я бы на это потратил. Учитывая то, какими масштабами я строю, вот это вот выпиливание, оно мне просто необходимо было. Ну, кто этого не понимает, ну, флаг там и в руки, как бы, дело ваше. Можете вообще без жуков играть. Как бы никто ж никого не осуждает за это. Ну, итого мы получаем вот примерно такую схему. Здесь, ну, я считаю, что нужно идти методом от противного. То есть вначале мы делаем припой, где он у нас там здесь делается, да? Паяльная смесь. Мне потребуется свиток, слиток свинца и слиток олова. И нужно посмотреть, сколько нужно мне по 7,5. То есть мне нужно две полных ленты. Полная лента свинца и полная лента олова. Если посмотреть, как у нас делается свинец и олово, скорее всего, он делается по такой же самой схеме, что и железная плита. То есть мы сюда выводим, делаем там какой-нибудь, не знаю, неважно, тот же свинец, если взять. На выход ставим полный белт, применяем. А, полный белт вообще 52,5 печки потребует. Это просто какое-то катастрофическое значение печек. Измельченный рубин 22. Даже вот этот, если посмотреть, на него потребуется 11 дроболок. То есть это чтобы делать полную ленту слитков свинца, вот этих вот, мне потребуется поставить аж 3 вот таких цеха. Естественно, я этого делать не буду. Но вот эти мощности, я их сразу на полную рассчитаю, на полный белт. Потому что вот эти... Блин, где оно? Потому что вот это, очень скоро у меня появится металлургия. И я смогу более эффективно, как по месту, так и по материалам, производить вот этих вот пластин. Где-то, может быть, в стороне немножко, но производить. И таким образом, позже можно будет вполне себе направить вот это все произведенное сюда. И уже красные схемы отсюда по полной получать, как они идут. Поэтому, да, давайте еще проверим, что у меня здесь было. А здесь у меня на 5.15. А, и еще проблема. Тут же, опять же, не полный белт ведь у нас идет. Здесь, кстати, скорее всего, то же самое будет. Да, 22,5. Мне тупо даже по входу не получить, не подать столько ресурсов. И мне вход нужно считать. Вход продукции, вход ингредиента. Вот так нужно посчитать. Мы считаем на белт руды и получаем всего лишь 2,5 слитка свинца. То есть с 18 печек, это по 9 с каждой стороны, мы подаем полную ленту измельченного рубита и получаем всего лишь 2,5 слитка свинца в секунду. Ну и абсолютно все то же самое будет, я больше чем уверен, с оловом. И если мы здесь посмотрим и поставим олово сюда, вход ингредиента, и подадим полный белт, абсолютно то же самое. 2,5 получается. Соответственно, я могу смело использовать ту схему, которая у меня до этого была. Так, тебя можно... Ты мне не нужна, тебя можно удалить. А здесь продукция, ингредиенты. Ты у нас производишься... Но это, видите, тут задом наперед начинает добавляться. Измельченный рубит. Давайте я вот так вот поставлю. 7,5. Здесь просто 2,5 укажу. Ну, так проще будет. Русский язык подключился. Потребуется, опять же, 3,75 дроболок, которые как раз-таки 4 у меня идут. Ну, твердотопливных. Ну, и здесь схема абсолютно такая же самая, которая была у меня использована на железо и на медь. Соответственно, я сейчас просто иду, делаю копипаст этой схемы, и все радуются. Поэтому заказываем сразу же буров 5, 10, 15. Нет, не заказываем, потому что материалы кончились. Что там у нас нужно? Строительные блоки. Заказываем буров. Сразу же у меня шестеренки улетели. Так, такого количества, наверное, лент мне пока что, в принципе, не надо. Ограничим. Ну, немного можно взять еще. Далее. Мне потребуется 8 дроболок. Соответственно, заказываю
5, 6, 7, 8. Ну, тут печки еще докрафчиваются. Далее, мне потребуется 36 печей. Их нужно прям собрать сейчас будет. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36. По 18 на каждый цех. 36 печей. Подземных и сплиттеров, в принципе, тоже можно заказать. Тридцатник. Так, у нас внезапно все конвейеры улетели. Дальше. Манипуляторы у меня есть. То есть манипуляторов мне хватает. Еще что нужно на этот цех? Цеха, они должны быстро оставляться. У меня сейчас все есть для этого. Еще нужно 6 сборочных автоматов, которые будут камень тут фигачить. Соответственно, заказываем 5. Ну, 2 у меня есть. Будет 7. Дальше нужно 2 бойлера. Бойлеры потребуют печку, поэтому нужно компенсировать. Раз, два. Две печки. Раз, два. И нужно 2 насоса. Раз, два. В принципе, по идее, должно хватать. Надеюсь, я ничего не забыл. И надо посмотреть, как там медный цех работает с нашими фиксами. Все равно что-то руда не доходит. Вся. Ну, здесь компрессия полная на ленте идет. То есть вот эти полуленты, они совсем идут. Почему здесь такая ситуация получается, я пока сказать не могу. Фиг его знает. Но я за, как бы за концепт возьму вот этот блюпринт. У меня здесь есть старый Z-дроболка 2021. Я его потру сейчас. Слушайте, раньше он shift правая стирался, по-моему. Сейчас что-то не стирается. Постоянно все переделывается. Ладно, сделаем вот так. Берем за концепт. Собственно, так. Сюда, здесь у нас подается уголь, это можно затереть, тоже можно убрать. Можно так оставить, здесь оставить. Ящики тут в целом вот эти не нужны. Ну и обозначим сразу же. Даже давайте вот так сделаем. Не будем нарушать традиции. Z-дроболк. Мем уходит в далекие 2 года назад. В те времена примерно это все появилось. Так, ну, в принципе, надеюсь, я ничего не забыл тут. Создаем блюпринт. Так, теперь, где мне его установить? Ну, один можно поставить где-то, наверное, здесь. Можно попробовать даже, наверное... Не видно ни хрена. Можно попробовать даже, наверное, в чанка как-то вписаться здесь. Было бы. Ну, по большому счету, вот здесь меня устраивает. Вот этот чанк, тут, правда, деревья придется повырубать немножко. Но я думаю, с этим проблем никаких не будет. Так, один. И это у нас что-то бомбониум. А рубит у нас пойдет где-нибудь, наверное, вот тут. Можно поставить ее. Вот сюда. Все, пойдемте собирать. Что делать? Что сейчас все это придется все равно по частям делать. Да, процесс, конечно, не быстрый. Так, где у меня вообще она установлена? А, вот он. Как-то не в ту степь пошел. Надо посмотреть, есть ли у меня еще блоки плиточные. Да, тут прям целый ящик. Блоки берем и... Линию нужно протянуть. Я, возможно, сейчас опять же... Так. Кривизна. Я, возможно, сейчас опять же скорректирую. Да что такое сегодня? Турели. Давайте я его уберу вообще отсюда.
Хотя тут что-то корректировать, я так думаю, смысла не очень много. Просто хотя бы сделать какие-то линии поперечные, чтобы можно было бегать. Прям совсем тут упарываться во что-то ровное, ну, какой смысл? Итак, уголь. Уголь должен подаваться у нас куда-то вот сюда. Его, соответственно, можно просто пустить отдельной линией и пустить его вот здесь. То есть уголь мы подаем. Уголь мы подаем сюда. Даже пускай вот так будет. Сразу тянем ленту. Тут можно все переделать, чтобы оно посимпатичнее смотрелось. Опять же, ты идешь сюда. Здесь вот так должно быть. И разделитель заходит как-то так. Потом еще нужно будет наверх, конечно, также направить. Но это чуть позже я сделаю. Сейчас для начала нужно расставить все, что тут есть. В том числе столбы. Хотя столбы можно, наверное, сразу же было бы установить, потому что они проще всего ставятся. Зажал кнопку и бегаешь. Так. Я не знаю, сколько времени уйдет до того момента, пока я не получу улучшенную переработку, когда у меня металлургия появится. Она, в принципе, где-то... Технология, по-моему, технология обработки была. Сюда. Ну да. Серые вот эти бочонки сделать, данное производство, оно достаточно быстро исследуется, когда я это все автоматизирую. И потом можно будет начинать внедрять улучшенную плавку железа и вот это все остальное. Улучшенную плавку стали и т.д. и т.п. Там все гораздо проще с этим станет. Так, здесь у нас идет рубит. Подаем сюда. Ну и тут нужно поменять рецепт. Меняем на дробление рубит. Далее. Надо подворовать немножко угля. Куда же без этого? Окей. Уголь подворован. Ну и осталось нам все это оперативненько расставить. Так, ты и ты. Тебя и тебя. Здесь. Меня вот этот по мозгам прямо моргает оно. На нервной почве. Надо его отключить. Моргание это нафиг. Да, здесь уже все выработалось. Какие вы быстрые. Так, отлично. Это готово. Здесь можно направить подземный. Тут лучше тоже направить подземный и сортировку чуть позже сделать. Так, ты готова? Здесь, сюда, вас. Возможно, придется делать буфер под камень. Потому что я боюсь, что нифига там мощностей переплавочных не хватит. Хотя не знаю, утверждать не берусь. Так, здесь. По полстака накидываем. И сюда тоже полстака. Этого достаточно будет. Так, вы. Сюда. Вот эти манипуляторы самые легкие. Гнуть никуда их не нужно. Просто ставь, доставь. Выгрузка. О, здесь еще и вот это наша лента. Кривая сохранилась. Так, ну и самый финал. 9 сюда и 9 сюда. Дальше лента. А здесь совсем все просто уже. Так. Что-то тут... Что-то пошло не так.
идешь сюда, а ты должен идти вниз. И здесь, по-моему... Блин, давайте я посмотрю там, что было. Да, здесь разделитель должен стоять. Он, к сожалению, затерся. Ты, тебя, тебя и вот так. Ну, а здесь абсолютно все то же самое. И делаем как-то так. Ну что, вроде цех собран. Сейчас нужно проверить, что он работает. Так, пень, давайте, уберу отсюда. Соответственно, начинаем подключать буры. 6. Тут 7 получится. Ну и тут то же самое. Тут даже 8. Тут, кстати, мне на то количество свинца, которое я рассчитал, или что у нас тут делается? Не помню. В общем, на то количество тут рассчитано на полную ленту. Я боюсь, что мне даже 15-го не хватит с ресурсом рубитой руды, скорости выработки на данном этапе. Что как бы в подтверждение того, что правильности принятого решения. Что не надо делать пока полную ленту, смысла от этого нет. Один фиг, мы не сможем это все обеспечить. Так, тебе сюда. Можно вообще между ними посередине было ходить, чтобы быстрее можно было и проще дотянуться. Ну и вездесущие столбы у верхнего края. Ох, сейчас копоть и пойдет прям. Прям чую, вообще. В HP. Все, копоть поехала. Ну и здесь имеет смысл сделать балансировку. Ну что, давайте наблюдать. Хотя можно, конечно, было бы третью поставить. Коптить она будет знатно. Прям чувствую вообще. Сложность добычи... Что-то тут не написано, сложность добычи. Да и хрен с ним. Ну, а все-таки полной компрессии нифига не делается. Ну и... Так, и нам нужно отвести камень. Потому что если мы камень не отведем, то у нас тут все встанет. Камень... куда бы мне его лучше убрать? Смотрите, камень я могу на эту ленту отправить. Они все равно здесь... Ну, все равно всю ленту не забьет. Так что смело это все объединяем. Тебя сюда. Чтобы 20 лент за раз не тянуть. Так, ну и тут. Пускай как-то так будет. Сюда, здесь. Опять же. Подземный. Ну и обычным сплиттером. Все это объединяем. Здесь можно опять же это все разбалансить. Раз там балансим, здесь балансер-то не нужен. Мы просто вот так гнем. Причем даже можно по красоте изогнуть. Хотя фиг знает, какая здесь красота, не знаю. По крайней мере, поровнее все стало. Тут, к сожалению, по-другому пока не сделать. Мешает вам дорога. Так, ну что, готов у нас свинец. Можно нас поздравить с этим. Ну и свинец. Свинец надо тоже вывести вот сюда на ленту. Соответственно, мне нужно параллельно его где-то здесь пустить. Здесь мне мешает вот этот вот дружочек со свинцом. И я думаю, что здесь можно, наверное, сместиться как-то, чтобы было две линии пустить. Либо свинец опустить вниз и протянуть обратным ходом уже вот тут. Это, наверное, будет проще сделать, чем тянуть здесь линию. Хотя, конечно, структурно лучше вдоль камня тянуть. И пустить уже линию здесь. Что... Да, давайте я так и сделаю.
А то это, если все запустить, то будет печаль, беда, разочарование. Эти, к сожалению, здесь вот, вот это прекрасное нужно отсюда убрать будет. Тебя тоже убираем. Ну и тут надо сделать вот так вот. Вот эти две линии и просто объединяем их. 27. Кнопка Z, кто не знает. До сих пор, если кто не знает, как выкидывать. По одной штуке прям. Куда указываешь, туда и кидает. Немножко кривовасто, конечно, получится. Давайте вот так. Тебя сюда. Ой. Ой-ой-ой. Что-то тут поломалось. И здесь... Традиционный балансер. Так или иначе, расход будет неравномерный с лент. Здесь, конечно, попервой лента будет полная, но мы посчитали, полный белт нам тут не сделать. Соответственно, как получится по расходу. Так, ну и тут где-нибудь вот так направим. Я думаю, сойдет. Сюда. Ну и вопрос, где эту линию направить. Да, в принципе, здесь без разницы. Она точно так же может идти где-то параллельно через одну. Здесь абсолютно пофигу, она пойдет. Они тем более попарно могут идти. Так, вот тут какая-то беда, неприятность. Но это можно объехать. И в итоге мы получаем... уже практически такую сформированную шину. Опять же, здесь две линии ниже, они пойдут для меди. Вот эта линия, тут их тоже, скорее всего, попарно нужно поставить, пойдет. И тут и я бы предпочел, наверное, вот так вот сделать. И вот по этим двум свинец и олово отправить. У меня немножко подзаканчиваются... Вот это да, древесина кончилась. С каких топор? Древесина у меня есть в ящике. Конвейеры я заберу. Вот эти готовые. Так, по-моему, я там что-то какой-то трэш взял, ненужный. Так, ну и дерево у меня тут дофига нарублено было. Стоп. Каменная труба одна. Давайте-ка сюда скинем, чтобы слот не занимало. И закажем 5-10. 50 штук. Ну, этих можно пятак заказать. И сейчас нужно обратным ходом протянуть, где у нас там пойдет, чтобы все структурно было. Так, сюда. Ну, и свинец, в принципе, может по вот этой внутренней ленте идти. Точнее, не внутренней, а правой. И здесь его вполне можно вот так вот загнуть. Ну, а по ленте вот тут. Здесь у нас пойдет уже олово. Чуть позже. Но олово я буду делать уже, скорее всего, за кадром. Потому что выносить расстановку вот этого цеха, там все абсолютно то же самое будет. Выносить в кадр его я совершенно не хочу. Провоцировать опять комментарии неприятные в чате. Ну и нафиг. Так что я расставлю его здесь, ну вот где наметил. Тут тем более лес надо вырубать. Расставлю его за кадром, и следующую серию начну уже с того, что у меня будет вот это все расставлено. И линии будут вниз подведены. Сразу предупредил. Если вдруг кто хочет топ-контент посмотреть по расстановке, то нет. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. В серии мы сделали... В серии мы запланировали наше будущее производство. Все рассчитали. Также производство манипуляторов... По-моему, в этой серии было налажено. Ну и здесь начали активно, усиленно коптить. Ну, на этом все. Всем до скорых встреч. Всем покеда.